что ваше творчество не мешает вам жизни с Богом, да? А наоборот как-то... Да, так, собственно говоря, вот... Приближает. Да, дело в том, что как раз в том и дело, что если творчество начинает жить, мешать жизни с Богом, то тут приходится уже выбирать, и было бы неправильно выбирать в пользу творчества, да, то есть на самом деле есть такой соблазн, и он был, что, ну как же, я же автор-исполнитель, я же должен что-то делать, я же должен что-то писать, и как-то вот соблазн себя помучить, что-то из себя выжать, вот. Ну, в общем, стараюсь как-то не поддаваться. Нет, бывает, конечно, бывает, просто берешь в руки ручку, вроде как даже что-то есть такое, что вот вроде бы хотелось бы что-то сказать, но это то, что есть, оно в итоге умещается в какую-то строчку, а уже развивать ее, ну, как бы, ну, нет никакого желания, ну, все, написал. То есть это скорее не для песен, а для собственных дневников каких-то, да, наверное, так, наблюдение такое-то, тык-тык-тык, строчку написал, все, перевернул страничку, другое число. То есть вот так вот, да. Это кто-то говорил, по-моему, современных писателей, или, по-моему, писателей, сказал, что... Надо писать тогда, когда ты уже не можешь не писать. Да, я согласен. Вот я вижу из этого принципа. Вот. Хотя, с другой стороны, ну, если с точки зрения, наверное, поэтической, как там же вот там надо там, учиться этому делу, там, как-то работать над своими, там, над формой, над жанром, на там все. Ну, как говоришь, Высоцкий там кучу всего переделал. Но я когда об этом задумывался, иногда меня посещали мысли, может быть, действительно как-то почитать каких-нибудь книжек, там, почитать каких-нибудь поэтов. Я, честно говоря, вообще художественную литературу почти не читаю, признаюсь, честно. Вот. Ну, что-то читал, конечно, и ну, сейчас что-то пока читаю, но неважно. В общем, вот я понимаю, что это все как-то вот не мое это, мне это вот не надо. То есть это не моя профессия, да, мне денег за это не платят, и от этого не зависит мое вот выживу я, не выживу, да, вот то, что напишу, я не напишу песню, поэтому зачем мне себя насиловать, в общем. Вот. Кстати, насчет денег.